Когда придут к нам гости, вас с Юлей здесь должно, не должно быть там. Понятно, Мартенька, ясно. Приходите, Юта, да фотографируйтесь вместе с царем, Юта, да маром-замаром. Давайте, давайте. Давайте, царем. Юта, да проходите, царем, фотографируйтесь, Юта, да я думаю, взял. Царь Мартен. Я власть советом.
Можно краткий обзор? Можно. Вот, это доспех ламеллярный. Использовался все везде, где только можно. С 9 по 13 век. С Руси до самой Скандинавии. Последний из них найден в 11 веке в городе Бирка. Можно даже примерить, собственно, ощутить на себе весь вес как раз. И всю жару, в которой они бились, собственно говоря, в этом во всем. Это целиком ручная работа, соответственно, кожаные шнурки из натуральной кожи и протянутые металлические пластины, созданные вручную кузнецом из руды. Соответственно, как и все элементы оружия и доспеха, представленные здесь. Да. По оружию? Оружие цельнокованное. Единственное его отличие от боевого в том, что оно не заточено. Иначе просто это было бы как минимум незаконно. Холодное оружие, да? Да. Уже подходил его под статью. За все время реконструкции боев не было зафиксировано ни одного летального исхода, благодаря только этому правилу. Было очень много рассечений и переломов. Да, ну соответственно, все реконструкторы соблюдают технику безопасности, хотя бы какую-никакую. Колющие удары ярко запрещены в любом случае, так как он в любом случае наносит свой урон, особенно в этот доспех. Именно в самые слабые места. Это подмышка, шея. Удар в эти места, как правило, будет считаться летальным даже с закупленным оружием. Очень интересно. Однако, конечно, помимо этого, мы используем и заточенное не то что оружие, а бытовые предметы. Например, хозяйственные ножи. Ну просто глупо резать колбасу тупым ножом. Вот, соответственно, все это сделано вручную. На этом оружии видно даже отпечатки металла, отпечатки руды, именно из которой он лился. Все вот эти фибулы, застежки, ими застегивалось вот это вот вместо пуговиц современных. Это была для плаща, соответственно. Все это отлито вручную, естественно. В основном здесь все представлено латунью. Соответственно, варган как музыкальный инструмент. Очень интересно, а это что такое? Это скандинавские руны. На самом деле, большинство людей полагают, что они нужны были только для письма. И, соответственно, в большинстве случаев так это и было. Но также на рунах, как и на игральных картах и на прочем, гадали. Соответственно, здесь представлены как раз именно гадальные руны. Старший футарк, ну, если понятно. Вот. Они именно броском как бы самого гадающего якобы показывали судьбу того, перед кем он сидел. Вот. Также люди того времени часто носили свои трофеи и показывали свою мощь относительно зверей. Это лисий череп. Грубо говоря, если носить его на поясе или, не знаю, на шее, можно показать то, что ты сильнее лисы. И один маленький момент. Эту лису приходится убивать голыми руками. Нормально. Как раз вот нам и лис, да? Вот и лис. Вот, собственно, и тот самый лис, да, которого приходилось душить голыми руками. Да. Вот. Ну, либо пинать, либо еще что-нибудь с ним делать. Главное – получить непосредственно исход. Вот. И, соответственно, самая главная и неотъемлемая часть исторической реконструкции – это предметы быта. Соответственно, всякие крынки, чашки, ложки, поварешки. Здесь представлены, соответственно, обычные крынки, которые могли предназначаться от еды до воды. Тарелка для сохранения еды или просто для еды, соответственно. Россыпь кружек. Деревянная простая долбленная тарелка, соответственно, крынка для питья, она предназначалась только для питья, соответственно. Питейный рог ровно на 3,5 глотка. Как правило, этого хватало для того, чтобы выпить столько вина, чтобы быть хмельным, но не быть пьяным. И, соответственно, некоторые мастера занимались не только как бы простой резьбой по дереву, но и как бы делали из этого действительно предметы искусства, например, как эти. На этих предметах изображена змея, соответственно, как тотемное животное, и волк. Соответственно, мастера, которые делали такие ложки, были достаточно богаты, так как эти предметы пользовались большим спросом, как наряду с оружием, с обычным. Или предметы быта, типа сахи или мотыги. Спасибо огромное. Не за что. Канал вас снимает, YouTube.